Может ли округ обеспечить себя техническими кадрами самостоятельно? Этот вопрос неоднократно поднимался на планерках губернатора и совещаниях различного уровня. Управляющие строительные и дорожные компании, предприятия ЖКХ, хоть пока и не остро, но нуждаются в услугах неквалифицированных рабочих. О возможностях и перспективах подготовки кочегаров и плотников в нашем сюжете. Буквально на недавней планерке руководитель Нарьян-Мар Доремстроя сообщил, что на дорожном предприятии не хватает рабочих рук. Следствие этого факта – не совсем продуктивная работа на дорогах и причина критического положения компании. Закон штата предприятия рабочей силой составляет примерно 80 человек. Для выполнения мероприятий по ремонту строительства дорог требуется еще порядка 40-50 сотрудников, водителей, механизаторов и дорожных рабочих. Другие крупные работодатели – Нарьян-Мар-Строй, Нарьян-Мар-Сейсморазведка, Объединенный авиаотряд – время от времени сетуют на эту же проблему. Тем же школам и детским садам требуются обыкновенные слесари и электрики, которые в последнее время имеют необыкновенный спрос. Чтобы заполнить вакуум рабочих специальностей на рынке труда, на базе Ненецкого профессионального училища был создан Центр прикладных квалификаций. За короткий срок – от 1 до 6 месяцев – там можно обучиться рабочим профессиям. В августе месяце мы провели мониторинг, отправили 41 письмо во все организации нашего округа. Предприятия откликнулись, руководители предприятий откликнулись и прислали нам свои предложения. Значит, мы теперь стараемся каким образом работать? Не просто у нас отлицензировано 36 профессий, мы стараемся сейчас и новые профессии отлицензировать, те, которые необходимы для округа. Как показал опрос работодателей, неквалифицированные кадры нужны в нефтяной, строительной и дорожной отраслях, а также в сфере обслуживания. На сегодня центр получил лицензии на обучение по 36 специальностям. С середины ноября начнут обучаться первые группы по 8 самым востребованным – электромонтажник, электросварщик, повар, слесарь-сантехник, оператор котельных. Всего на обучение от населения и компаний было подано более сотни заявок, что только подтверждает высокий спрос на неквалифицированный труд. Мы должны все-таки как бы работать прежде всего с работодателем. И, значит, интересы работодателя прежде всего. Поэтому, как бы так сказать, если есть потребность в кадрах, то согласно заявок от работодателей, то есть от юридических лиц, мы будем заниматься подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации. Производственные помещения позволяют обучать до 250 человек в год. По некоторым рабочим профессиям еще только предстоит получить лицензии и закупить необходимое учебно-лабораторное оборудование. Если услуги центра окажутся востребованными, уже к лету о дефиците рабочих рук можно будет забыть. Валентина Чебичек, Сергей Журавлев, Владислав Носкин, телеканал «Север».